Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Это еще что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Сколько ж все это стоит? Так, ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми. Это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Приснится уже такое. Так, уже полночь, пора идти домой. Ночной вызов? О, надеюсь, обойдется без выездов. Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Что за псих? Что со светом? Кажется, у меня дежавю. Надо бы сходить проверить счеток в диспетчерской.
Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Так-то лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Охренеть! Помнил что-нибудь?